И снова доброе утро, дорогие телезрители. Наша программа продолжается. И самый вот такой интересный момент наступает тогда, когда мы объявляем победителя нашего сегодняшнего фотомарафона. Да, такой победитель у нас есть. И мы с удовольствием, во-первых, хотим еще раз показать вам немножко фотографий. Сегодня их пришло достаточное количество. Тема фотомарафона «Дама в переднике с яркими губами, с прической пышной». Это пинап. Вот в стиле пинап мы ждали от вас сегодня фотографий и дождались всяких разных. Смотрите, сколько всего интересного мы получили. Обязательно должен был присутствовать стикер «Доброй разницы, Беларусь». Вот такие вот дамы к нам фотографии прислали, и такие. Да, нам все эти фото очень нравятся. Вот эта фотография мне очень лично была симпатична. Да, Глеб очень за нее переживал, и но болел, вот, но стала победителем вот эта вот фотография. Да, она абсолютно точно отвечает вообще стилю пинап, который мы просили сегодня повторить, яркое. И даже выражение лица такое же, как вот на этих картинках, открыточках в стиле пинап. Очень здорово, фото нам прислала Алена Рудковская. Алена, мы вас поздравляем. Теперь это хозяйка недели, мне кажется, на самом деле. Да, хозяйка недели. Здорово.